Нарвалась на каких-то уродов. На кого? Просто пару подростков. Ляпнула лишнего, не стоило. Забей, они ведь родились после вспышки. Ругаться не умеют, сразу в драку лезут. Пиздюки 19-летние. Чудо, что ты еще жива. Чудо, что все мы еще живы. Рана не свежая. Нет. Меня еще Федора задержали на весь день. Впрочем, это не важно. Ты только не заводись. Что? Джоэл. Что? На меня напали люди Роберта. Он продал аккумулятор кому-то другому. Не все потеряно. Да, дерьмо иногда случается. Немного переведем дух, а потом вернем карточки или аккумулятор. Мне нужен аккумулятор, Тесс. Машина без него не поедет, а мне нужно найти Томми, пока он еще жив. Ладно, черт с ним. Вернем и деньги, и аккумулятор. Но, Джоэл, послушай, Роберт до смерти тебя боится. Если ворвешься туда, как Клинт Иствуд, он все поймет и сбежит. Ты должен сперва успокоиться. Кому он его продал? Не знаю. И где он сейчас? Не знаю. Пока. Но мы все узнаем. По-тихому. Понял? Я обещала Роберту, что ты не тронешь его. Но я хочу, чтобы ты его измочалил. Так что давай выследим этого сраного ублюдка, заберем аккумулятор и машину и поедем искать Томми. Хорошо? Хорошо. Здорово. Мне ничего не нужно. Но если ты потерян... Скажешь мне искать свет, я тебе челюсть сломаю. Что ж, пришлось потратить пару карточек, но его сдали. Говорят, он потащил аккумулятор в здание с красной меткой. И знаешь куда? На углу Стилман и Кросс. Который использовал Мигель? Да, похоже, оно. Можем пройти по туннелю метро под Хай-Маркет, пробраться в здание снизу и устроить Роберту сюрприз. Проучим урода. Ну что, готов? Да. Нам туда. Знаю, просто не ожидала. То есть в прошлый раз его здесь не было? Нет. Думаешь, он пришел сюда уже зараженным? Может, здесь он и заразился. Ладно, пошли.